Это самый необычный шлем в мире. Человек-микроновка замечен на улицах Нью-Йорка. Выглядит очень забавно. Да и людям нравится его забавный вид. Ну а что? Открыл дверцу и поговорил. Закрыл и едешь себе, никакие камни и пыль не помеха. Прям полноценный шлем. Единственное, что не хватает, это отверстие для дыхания. Подпишись, чтобы не пропустить новые ролики.